родные срочно отреагировали на информацию о парализованной Заворотнюк. Страшные сообщения в прессе заставили семью актрисы прервать молчание. Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о том, что звезда на всю жизнь останется парализованной. Близкие знаменитости посетовали на то, что затишье в СМИ по поводу ужасного диагноза актрисы было недолгим. Они отметили, что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость. Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе. Высказались родные Анастасии Заворотнюк в Инстаграм. Также они поблагодарили всех, кто посылает артистке позитивные мысли и энергию. Кроме того, представители Анастасии Заворотнюк подчеркнули, что не собираются раскрывать никаких подробностей по поводу состояния актрисы. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни, заявили близкие звезды. Публикация фотографий из Инстаграм. Семья Анастасии Заворотнюк добавила, что публикации в соцсети являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые они вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов всех переживающих за актрису людей. Напомним, ранее появилась информация о том, что состояние знаменитости вновь ухудшилось. Якобы ее опухоль вызвала патологию, из-за чего актриса на всю жизнь останется парализованной. Как писали шокирующие новости. По слухам, неоперабельную глиобластому у Анастасии Заворотнюк обнаружили еще прошлой зимой в Германии. Там же ей сделали трепанацию черепа, которая не помогла победить онкологию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Опять в трусах. Каменских у унитаза вызвало негодование. Сделано громкое заявление о скандале Билана и Лазарева. Рыжий из Иванушек открыл обстоятельства жуткой трагедии. Глюкоза появилась на людях в развратном виде. Дочь Винокурова соединилась с бывшим мужем после сообщения о втором ребенке. И многое другое.